Все пели Владимира Семеновича Высоцкого, а я как-то не пел. Вот решил тоже попробовать, что у меня получится. Я стою спиною к строю, только добровольца шаг вперед. Надо провести разведку боем. Для чего? Да кто там разберет? Кто со мной в бой пойдет? Так Борисов, так Леонов, и еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. А ну-ка, старшина, не отставай. Ведь на фронте два передних края. Вон он их, а вон он наш передний край. Так кто со мной в бой пойдет? Так Борисов, так Леонов, еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно и не видать низки. А в 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. А в 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подарят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом потихонечку начнем. Да с кем другой раз идти? Так, Борисов, где Леонов? И ты жив, и ты жив из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Зон накрыт и рассекречен дом. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно идти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен. Награжден и назван молодцом. Вот так вот.